Житель России решил воспользоваться солнечными днями уходящего лета и отправился на автомобиле по стране. Путь его лежал, в частности, через Саранск. Мордовия ему в целом понравилась. Прогулялся он по центру столицы региона, поснимал небольшие ролики возле местных достопримечательностей и потом выдал заключение. Парни, очень внимательны, когда приедете в Саранск, практически на каждом светофоре установлены камеры. Если вы видите, что моргает зеленый светофор, не надо ехать на желтый, не дай бог на красный, я уже про это вообще молчу. Зеленый моргающий, все сразу останавливаемся, никуда не торопимся. Камер фото-видеофиксации в Мордовии действительно много. И однажды любопытной девушке пришло в голову проверить самые популярные в интернете способы обмана этого недреманного ока ГАИ. Чтобы ее не засыпали письмами счастья, она свои эксперименты решила проводить дома. А сейчас мы будем проверять самый-самый трешовый миф, который мы нашли в интернете. По-моему, это полный бред. Существует поверье, чтобы стать незаметным для камеры, нужно обернуться фольгой. Что, блин, вообще? Ну, давайте проверим. Как часто бывает с блогерами, любая их безумная идея всегда найдет своих почитателей и помощников в ее воплощении. Вот и в этом случае все произошло по канону. Встречайте своего рыцаря! Зараза, ты как пикнул-то быстро! Я еще не успела покрасоваться! Здорово! Обмануть камеру не получилось, но несмотря на риск получения штрафа, автолюбители из других регионов по-прежнему приезжают в Саранск. Игры чемпионата мира по футболу прошли, но желание посетить новый стадион в Мордовии не утихает. Ты к нам в Саранск приезжай и пройдись по Советской, окунись ведь и в строй гул зеленых аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей. Интересно, выполнены информационные указатели. Все понятно. Куда повернуть? Поверни налево, поверни направо, все видно, все понятно. Да, все правильно Наташа сказала. Пора выдвигаться на новый стадион. Ну как новый, который построен совсем недавно, чемпионат мира по футболу. Грандиозная красавица Мордовия Арена. Надеемся, что поклонники футбола в Саранске смогут увидеть игру более профессиональную, а не это вот исполнение лучших голов.